Квартирник, заходи. Заслушал, Саш, ничего не могу сказать. Вера Кондратьева и Игдрасиль. Ничего страшного. Добрый вечер. Вера Кондратьева и группа Игдрасиль. Свер, скажи, пожалуйста, как такая коллаборация вообще смогла собраться? Добрый вечер. Все произошло в 2015 году, когда мы на фестивале «60-я параллель» в городе Сургуте, международный фестиваль, мы познакомились. Группа Игдрасиль приехали как участники этого фестиваля, приглашенные артисты. Мне же, в свою очередь, предложила Сургутская филармония и ребятам попробовать вот такой экспромт. Да, соединить нашу северную хантыйскую культуру, музыку с современным джазом. На минуточку давайте скажем, что сейчас в студии только 4 россиянина находятся, все остальные они иностранцы. Давайте представим наших друзей. Ну, Веру Кондратьеву мы знаем. Кто играет на саксофоне? На саксофоне Вилу Вески, Эстония. Эстония. На контрабасе? Контрабас Микаэл Блэк, Фарерские острова. Пианино, клавиши. Кристиан Блэк, Фарерские острова. Гитара. Хейн Зиска Дэвидсон, Фарерские острова. Культура музыкальная в Фарерских островах, музыкальная традиция каким-то образом рифмуется с музыкальной традицией хантейской, нашей? Да, особенно в старых песнях, таких как в стиле пентатоник. Но, конечно, эти языки не связаны с семейным древом, но все же имеют что-то общее. Когда мы первый раз услышали это название, мы думали, что это какой-то тумба-юмба на самом деле, да? Да, ну потому что двойка, наверное, была у нас с тобой по географии. Их интересы на политической арене мировой представляет Дания. А так это отдельная страна, у них есть даже своя футбольная команда, и у них своя культура, свой язык фарерский, очень интересный. Но к финно-угрии это не имеет никакого отношения? Нет, это имеет отношение к нашей 60-й параллели. К 60-й параллели. Да.